В День Конституции в Чебоксарах наградили настоящих патриотов своей страны. Что такое Конституция и избирательное право, как устроена государственная власть, об этом лучше всех знают победители Республиканской олимпиады «Я гражданин». Сегодня прошел финальный этап Олимпиады. В Чебоксары съехались участники со всей республики, победители районных конкурсов. Полтора часа они оспаривали право на победу. За это время было необходимо ответить на 100 вопросов. С такими заданиями, отмечают члены жюри, справится не каждый взрослый. Многие участники набрали более 60 баллов. Олимпиада показала, что школьники отлично ориентируются в российской истории. Лучшим из лучших вручили не только дипломы, но и денежные премии. Цель Олимпиады была воспитание патриотизма, повышение эрудиции, интереса к выборам. Она проходила в два этапа. Первый этап весь ноябрь месяц проходил на уровне школ, районов, муниципалитетов. Определялись лучшие ученики в школах. И сегодня мы их всех пригласили на финальный этап.